Столица отпраздновала свой 26-й день рождения в минувшие выходные. В Астане прошли свыше 100 масштабных мероприятий. Концерты, фестивали, спортивные турниры и многое другое. Принять участие в праздничной программе пришли тысячи жителей и гостей города. Атмосферой праздника с нами поделится Асимжан Жузбаева. День нашей столицы в этом году отмечается с большим размахом. Празднования начались задолго до самого дня рождения города. Несмотря на то, что в мегаполисе стоит пасмурная погода, в воздухе витает атмосфера радости и праздника. Людям не страшен даже дождь, чтобы насладиться разнообразием культурных и гастрономических мероприятий. Все наши улицы очень красиво оформили. Чувствуется праздник в каждом дворе. Мероприятия проходят на высшем уровне. Сколько человек приходит, все семьями отдыхают. Поздравляю всех астанчан, всех гостей. Все проходит на высшем уровне. Особенно радуются дети. Хотелось бы, чтобы в нашей стране было больше таких поводов для праздников. Люди отдыхают, получают удовольствие. Я сам приехал из Шымкента, чтобы насладиться мероприятиями в честь дня рождения столицы. Ходим, вот, отмечаем. Вообще весело, приятно. Прикалываемся, угораем. Вообще дружно, видите, как все ништяк, красиво, вся семейная пара. Главное событие состоялось в парке Экспо, где прошел концерт под открытым небом, собравший свыше 100 тысяч жителей. На сцене выступали звезды казахстанской эстрады, такие как 91, Орда, Райм, Садрадин и другие. Праздник завершился впечатляющим шоу дронов «Аспан», в котором задействовали 1250 радиоуправляемых аппаратов и 70 пиротехнических дронов. Они создали в небе над городом светящиеся образы планет, карты Казахстана и других символов. Все визуальные эффекты были синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов. Особое внимание привлек международный фестиваль уличных театров «Театральная Евразия», собравший труппы из Казахстана, России, Польши, Эстонии и других стран. Артисты в ярких костюмах превратили улицы и площади Астаны в живописные сценические площадки, удивляя и радуя публику. Мы приехали из Эстонии. Мы были приглашены специально, потому что мы 35 лет уже работаем на улице. И у нас есть лаборатория. Мы сделали, как специалисты, специально с ребятами из Астаны сделали шоу с флагами. С флагами государства. Кроме этого, по городу прошли спортивные соревнования, включая республиканский турнир по байге и лорда кубога. Здесь, на столичном ипподроме, состязались лучшие наездники из всех регионов страны. Отмечу, в эти выходные астанчане также отметили день главного национального инструмента Казахстана, посетив уникальный концерт «Замановый домбра». Жители насладились исполнением кюев великих казахстанских композиторов. Шоу объединило традиционные мелодии с современными мультимедийными технологиями, создавая уникальные зрелища. Асимжан Жузбаева, Нурлан Атигенов, Дастан Тимирбекулы, телеканал Алматы, Астана.